Живой товар на миллионы рублей. На белгородской таможне была пресечена попытка вывоза редчайших соколов. Оперативно-розыскная операция была проведена сотрудниками Главного управления по борьбе с контрабандой Федеральной таможенной службы России совместно с уральским и белгородским подразделениями. В итоге в Шебекино был задержан гражданин России сирийского происхождения. Из страны он пытался вывести 8 соколов кречета возрастом около 1,5 лет, отловленных в дикой природе. Редкие птицы занесены в Красную книгу России. В мире их насчитывается примерно 10 тысяч особей. Стоимость одного кречета по стандарту идет 1 100 000 рублей. Но это как бы штрафная санкция при незаконном перемещении через таможенную границу или уничтожении на территории, где эти птицы обитают. Так? Что касается посредников, то они получают, естественно, значительно меньшую сумму. Ловцы птиц, которые переправляют птиц, но те, которые покупают в окончательном итоге, могут платить, ну, скажем так, расценки 200 тысяч, 400 тысяч долларов. Птиц планировалось доставить в Объединенные Арабские Эмираты. Местные шейхи за охотничьих соколов порой платят до 1 000 000 долларов. Живой товар был спрятан в тайнике, оборудованном внутри легкового автомобиля. Сейчас ведется следствие. В отношении гражданина Российской Федерации, уроженца провинции Алеппо Сирийской Арабской Республики, отделом дознания белгородской таможни, возбуждено уголовное дело по признакам преступление, предусмотренное частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 226 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть о покушении на совершение контрабанды особо ценных диких животных, и гражданин был задержан Октябрьским районным судом города Белгорода. В отношении его избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Добавлю, что последний аналогичный случай с контрабандой соколов-кречетов был зафиксирован в регионе 3 года назад.